Всем привет! И сегодня у нас на обзоре будут сигареты Camel Filters контрабасные, вот в такой пачке. Раньше я не встречал их, я так понимаю, их не так давно начали клепать. В основном были подделки на американские, там помните, Turkish. Потом есть, я не помню, делал обзор или нет, Camel Domestic Blend. Короче, Filters, вот это стандартный штатовский. Ну вот в этом современном дизайне. А здесь они взяли за основу, но только лишь за основу, видоизменив дизайн сигарет Camel из 90-х. Ну я думаю, вот что-то есть, да, похоже, у меня пачки нет под рукой. Но тем не менее, здесь верблюд слишком большой и не очень четкий рисунок. Отличия есть, конечно, и тут еще и углы скругленные у пачки, там пачка была прямоугольная. Ну короче, вот такую вот они штуку решили захерачить. Тут еще у нас и на шлепке сбоку зачем-то есть. Я не знаю просто, в какой стране так сигареты выглядели. Ну, под что? Обычно же копируют, они стараются и на шлепке такие же делать, и надписи все, чтобы вот, как говорится, невооруженным глазом нельзя было отличить. А тут, ну, сразу берешь пачку и понятно, что что-то тут не так. Особенно, если ты знаком с Кэмелом, с дизайном настоящего Кэмела из 90-х. Ну, сзади у нас вот такой текст присутствует. Турецкие, американские табаки отборные. Бла-бла-бла, R.G. Reynolds. По штрих-коду они американские, но американский сигарет такой херни не было никогда. То есть, я не, ну, если уж копируете американские сигареты, зачем вы вот эти рамки добавляете? Штрих-код почему-то красным цветом. FC, видите, на ноль начинается. Ну, да, вот просто... Тут Science 1913 и все, и тупо нашлепка. Короче, ребят, ну тут я не знаю, ну, надо совсем не шарить, наверное, чтобы подумать, что это американский Camel. Ну он вообще не выглядит как американский Camel. Ну издалека вот так вот, ну да, согласитесь, что-то есть. Ладно, открываем пачку, что мы здесь видим? Ох, мы видим, что тут табак просыпался. Никаких надписей под крышкой, крышка, кстати, кривовата. Не знаю, видно это или нет. Золотистая бумага и опачки. А сигареты выглядят как современный Camel из пятерочки российский. Ну, то есть, это вообще просто совокупность, я не знаю, всех противоречий, какие только можно было вот запихнуть, придумать, в одну пачку вот запихнуть их. То есть, сама сигарета реально, вот Camel сейчас, по-моему, наш российский, он точно так же выглядит. То есть, вот такой полосатый фильтр, видите, он не пробковый. Верблюдики там нарисованы, на ободе нарисован верблюдик Camel, большими буквами прыгающими вот этими. Как бы, я не знаю, вот на самом фильтре. Это вот, по-моему, сейчас в российском Кэмеле такая тема. Фильтр очень жесткий, да. Из плюсов. Набитый очень, очень плотно набитый. Вот, смотрите, и дальше просто она лопнет. Я просто не хочу сейчас тут мне вот это все потом выковыривать тут. Я же не на улице. Не хочется мне тут этого трескать прям. Запах. Соусированные сигареты, это сразу можно понять, просто открыв пачку, занюхнув, саму сигарету понюхать. Сладкий такой запашок. Он не табачный, он именно от соуса. Здесь. Чем-то напоминает Camel Turkish Gold, или как он там, который тоже, ну вот этот донецкий, помните? Я когда-то делал обзор и говорил, что они, ну типа, классные сигареты. Вот, но потом их, насколько я знаю, похерили. Я их больше не курил и не, ну, не покупал. Вот, а вот тогда, ну, вот этой первой партии, или как, на выходе, они были очень даже ничего. Ну, помните, там чисто закос. Может, у меня даже где-то пачка тут есть. Ну, ладно, не буду искать, по-моему, где-то валялась. Именно вот под современный туркиш. Ну, короче, вот запах из пачки примерно такой же. Запах дыма, ну, нормальный. Но я даже не знаю, короче, здесь какой-то соус, это вот, я не знаю. В общем-то, похоже, да, на концепцию Кэмела, похоже чем-то там на тот соус, который GTI использует у нас в России для своего Кэмела. Вот, оно, у него есть какой-то вот отдушка какая-то. Я, короче, на днях покурил их. И потом сел в машину с батей, к бате, мы куда-то вдвоем поехали, я не помню, что-то надо было. Вот.
Ну, сажусь, едем, он говорит, а ты что, типа, выпивал уже сегодня? Я говорю, нет. Говорит, да просто такой запах, говорит, от тебя, как будто то ли ты пил, то ли... Я говорю, да нет, это сигареты, видать, такие. То есть вот он даже заметил, что, ну, что-то не то, не как обычно от меня, просто воняет табаком, да? Вот. Поэтому я, конечно, не знаю, как оно со стороны, но вот куришь, и в запахе есть какая-то... Помимо сладости и пряности, вроде бы как табачных, но они здесь соусом сильно прям так подкорректированы. Я думаю, что здесь сам табак не очень хорошего качества. И он просто замаскирован. И вот это недостаток в качестве, этот замаскирован именно соусом. Это стандартная тактика наших российских производителей. Херовое сырье. Вот если бы там не было соусов, я не знаю, думаю, их бы, наверное, никто не курил. Все эти кэмэлы, кенты там и прочие вещи. Потому что, ну, сырье там низкосортное. А стоит дорого сигареты, да. Тут контра, тут понятное дело, что по умолчанию, что тут будет, ну, тут не будет какого-то... Тем более контра, которая стоит там плюс-минус 100 рублей за пачку, тут не будет какого-то там отборного, там, я не знаю, табака, там, ванели какого-нибудь, там, с Голландии, блин, насыпали туда, да? Конечно, такого, ну, ладно, ванели это вообще с кэмэлом общего нет, ну, баглера какого-нибудь хотя бы, да? Что-то похожее на кэмэл. Нет, конечно, такого не будет. Вот, но здесь еще и соус какой-то, я же повторюсь, он не такой, как вот в Camel Filters, да, Turkish Domestic, донбасский. Потом вот этот старый Turkish Gold, или как он там, или, по-моему, Turkish Gold, да, в желтой пачке. Там как-то все было получше даже, я не знаю. В общем, какая-то отдушка тут есть. Оно вроде как и неплохо, ну, в смысле, мне плохо не становится от курения. Но я как бы постоянно вот это... Зацикливаюсь на вот этой ноте непонятной. Короче, друзья, что-то тут нахимичили. Производители, вот. Но в целом, ну, если дальше продолжать оценивать, в целом, как бы вот запах спорный, нормальный, но он спорный. Вот он просто что-то, не знаю, соус какой. Я просто вообще не люблю вот эти вот вещи. Дым мягкий. То есть проходит хорошо, глотку не режет, там по слизистой не бьет. Ну, как и подобает любому кэмелу, в принципе. То есть он очень мягкий, да. Крепость, ну, где-то в районе 0,6 миллиграмм. То есть они не очень крепкие. Никотин здесь не синтетический, то есть, опять же, не ширяет по мозгам. Он здесь нормальный. Во вкусе чувствуется, просачивается вот это вот не очень качественное табачное сырье. То есть сам табак чувствуется, да, но он здесь не очень. А все, 20% от вкуса, остальные 80% это соус. Это вот, ну, какая-то такая сладкая такая катавасия, я бы назвал. Сладко-пряная. Я не знаю, очень спорные сигареты, просто вот спорные чисто из-за вот этой отдушки. И как бы, я когда их по первый раз попробовал, меня немного смутило. Думаю, какой-то странный у них привкус и в запахе какой-то. И потом вот это, когда еще батя мне сказал, говорит, ты что, бухал, что ли? Я говорю, да нет. Говорит, как от тебя воняет как-то непонятно. Я как бы, я еще насторожился больше. В общем, какой-то здесь соус непонятный. Но если вот эту мелочь, ну как мелочь, момент этот, если отбросить, то в целом курибельные сигареты. Вот. Да, их можно курить, ну, не хуже там даже нашего GTI-шного Кэмела из пятерочки, это да. Наш, кстати, акцизный Кэмел даже синий крепче будет, чем вот этот. В общем, не знаю, друзья, это курибельно, вполне. Это курибельно за там свои, там, не знаю, 80, 70, 100 рублей, за сколько. Эти у меня сигареты с сайта Don Tobacco. Вот, а так-то, ну, я думаю, вы их и в табачках можете найти. Сколько они там будут стоить, я не знаю. Ну, я думаю, что в пределах сотки, да. В принципе, можно попробовать курибельные, да. Но имейте в виду, что лучше, наверное, когда перед тем, как сесть за руль, их не курить, потому что, не знаю, уже реально коньяком каким-то воняет или что. Ну, в общем, смущает меня их запах. Ну, да ладно. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всем пока. За мной уже и выехали.